А сейчас переносимся в объятия Александры Бахмутовой с ее старым кленом. Строчки я предлагаю петь вместе. Например, от чего так хорошо, от того, что ты мне просто улыбнулась. Вместе споем. От чего гармонь поет? От того, что кто-то любит, ну а тут уж выбирайте, или пианиста, или гитариста, или пианиста. Кто кого, да? Валентин, вы за кого? Я за пианиста. Сначала послушай. Поняли, какие слова петь, да? Всего три куплета. Три куплетика. Ваша последняя строчка. Ну, а самая последняя будет кульминационная. Это кто за кого? Конечно, это очаровательно. Время поэтов, время философов, время романтиков, меланхоликов. И стихи и про осень, и про любовь. Они закружат листьями и заморосят строфами стихов. И запестрят эпитетами листьями. И почувствуйте вот это дыхание осени в следующих строчках. Давайте с вами по одному слову вспоминать. А потом вы скажете нам, молодой человек, вы нам скажете авторы, не подсказывайте. Хорошо? Вы нам скажете, кто это написал. Постараюсь. Начинаем. Я начинаю. Унылая пора. Алексей. Молодец. Приятно. Мне. Тамара. Валентин. Дальше. Люблю. Люблю. Я пышная природа. Дальше хором. Хором. Подняли. Одетые в весенних ветра шум и свежее дыхание. Молодцы, на пятерку. А теперь ответ. Молодец. Кого-то стихотворение прочитать. Так что вы сейчас не расслабляйтесь. Валентин, ваш ум шахматиста, у вас в голове много текстов. Вот с вас и начнем. Нет, пойду. Мы поем в нашем составе, в классическом. Лариса Газон-Загорская, Константин Козулин, Николай Вышинский. Вы сюда, пожалуйста, поближе, не прячьтесь. Посмотрите на этих красивых людей. Они вам дарят свое обаяние. И свое хорошее настроение, и свой вот этот, они зажигают сегодня в зале, и вы должны это почувствовать, это тепло.